can fly. I believe I can touch the sky. Всем привет! Мы находимся на практически готовом объекте Архангельское, Красногорский район. Значит, у нас здесь вообще изначально потолки от застройщика. Вот, как всегда, потолки от застройщика вызывают ужас и трепет. Вот, ну, прям хочется обнять и плакать. Вот, ну, понятно, все было демонтировано, все переделано по новой. Единственное, в принципе, соблюли тот же уровень, который был сделан от застройщика. Это пиковская, по-моему, застройка. И у них здесь идут такие большие, да, здесь же короба вентиляции идут. Вот мы, короче, все время, вот даже вот на Братиславской, вот последние объекты делали, там, короче, идет такой вот охреневший короб вентиляции, я не знаю, для чего он идет. Вот, здесь, знаешь как, либо они, чтобы фотки новые не делать, не отходить от этой истории, зачем-то стоит уровень. Ну, в общем, понятно, заказчица под этот уровень заказала уже кухню, соответственно, когда мы переделали потолки, нам пришлось этот уровень соблюсти. Он еще нестандартный, зараза, высоты 9 сантиметров. У нас нету на сегодняшний день профилей, которые дают нам 9 сантиметров, кроме единственного... А? 11. Кроме единственного профиля, из которого можно собрать нестандартный уровень, это прозетовский, да, прозетовский конструктор. Там идет нижняя, нижний профиль, верхний профиль, между ними бокс алюминиевый выставляется. Вот. Но, опять же, мы его не используем, потому что его найти очень тяжело. Вот, здесь сделано через деревянный брус, через разделитель, соответственно, через отбойник. Сделали перегиб. Ну, конструкция... Конечно, сами мы такие не продаем, но здесь просто вынужденные меры, здесь по-другому не сделаешь. Дальше, из хорошего. Давай про хорошее поговорим, а то мне прям плохое, прям уныние начинается. Вот с этой стороны у нас установлен профиль СК-01, черный, люмфер, от стены до стены плотно сделан. Вот, и магнитная решетка. Здесь будет делитель фаз и блок управления. Блок управления уже там лежит, он пока лежит, его пацаны прикрутят. Вот, и, соответственно, затянуто полотно. Ну и две вот такие вот корявенькие трубы, блин, которые, к сожалению, тоже никуда не избавишься. Трубы в сегодняшний день некрасиво, блин, лучше гипсупом зашить. Вот, а здесь сейчас устанавливается встроенный трек. Этот трек я могу сразу, прям даже не видя от него ни маркировки, ничего, сказать, то, что он от компании Luminoti. Потому что только Luminoti у нас делают такие черненные дорожки. Видишь, они внутри черные, не медные. Вот, соответственно, гильза уже установлена Г-образно под полотно. Сейчас сюда вклеивается двойной гарпун. Вот. И уже после установки, там просто есть вот кабеля, мы одеваем сюда заглушки, одеваем коннектор питания, ну, точнее, сначала засовываем внутрь, одеваем коннектор питания. Трек у нас полностью запитывается. На углу, естественно, все это питается угловым соединителем. Вот. В принципе, это хорошее решение, особенно если вы не знаете, как вам понадобится этот свет, чтобы можно было светильники передвинуть, перенаправить, Luminoti трек. Так, дальше. Так, здесь у нас вот это все помещение плавно перетекает, соответственно, в коридор-прихожую, да, они совсем маленькие. Вот, и здесь мы перемещаемся в комнату. В комнате у нас все на стандартном профиле. Кстати, видишь, стены ни черта не держат, поэтому шаг застреленных, да, можете глазеть сами посмотреть, очень частый. Вот, все сделано, понятно, с пневмопистолета. То же самое, такая же история с парящей стеной. Ну, потому что эта стена, она даже не из пеноблока, она из какого-то говноблока. Вот, она ничего не держит, ни саморез не держит, ничего, приходится вот так вот настреливать. Вот, причем, если не ошибаюсь, здесь почти 33 гвозди. Ну вот, и, соответственно, здесь также ниша идет под карниз, здесь также будет встроенный карниз. Быстрые платформы у нас, платформа «Быстрый монтаж». Кстати, мы про них снимали видос, помнишь, он очень вам зашел. Я говорил, что через какое-то время скажу, пользуемся мы ими или нет. Слушайте, мы ими пользуемся, все хорошо. Ни разу еще не было ситуации, чтобы она нас подвела. Свои задачи выполняет, в монтаже быстро. Монтировать, ну, удобно, стоит она нормально. По сути, нареканий нет. Так что, если кому интересно или кто-то сомневался, стоит ее использовать или нет, используйте. По парящечке. Если у нас там две стеночки вот эти сделаны на парящем Fly 02 с рассеивателем, то вот здесь сейчас Влад трудится над люмферовским профилем белым BP 02 Mini. Чем он отличается? Там у нас засветка вертикальная, да, то есть с профиля свет падает вниз, а здесь свет падает в стену. У нас глянцевая плитка, соответственно, красиво в отражении будет отбиваться оттуда свет. Также будет установлен рассеиватель. А здесь стоит вытяжка. Эти магнитные щелевые диффузоры. Сейчас я пока не разобрался, Респорт это производитель. Блин, она уже установлена, к сожалению, не подсниму. Короче, что сделали? Просто в обычный эклипс, да, вот теневой диффузор, я все время его показываю на видосах, ребята просто докупили канальный вентилятор и вмонтировали его внутрь. То есть все элементарно и просто. Теперь, по большому счету, это полноценный электрический вентилятор в санузел, который стоит, по большому счету, не сильно дороже, чем то, что вы можете купить себе в Юра, вот этот накладной, самый дешманский.
Вот. Но он интегрируется в потолок. Решение хорошее, интересное. Единственное, есть пока до сих пор к нему вопросы некоторые по качеству, как их утачивают, но я думаю, мы совместно этот вопрос решим, потому что мы постоянно им присылаем видео, говорим, у вас здесь опять ошибка, здесь там надо получше сделать. Соответственно, ребята уже все здесь установили, вот, платформа вот эта здесь не нужна вообще для этого вентилятора, потому что он сам установлен. Здесь еще есть вопросы, определенные с креплением, поскольку вот здесь вот идет такая, таким углом, грубо говоря, пластик идет. Вот, видишь, как парни уже изобретают, они кроют это через вот это кольцо на сквозняк, вот в эту платформу. Оно держится, все нормально, но хотелось бы, чтобы вот эта часть была тоже прямая, чтобы она плотно прилегала, это было бы более удобно в монтаже. Опять же, здесь у нас работа по керамограниту, то есть стенки мы засверливаем, а вот в эти стенки засверлить нет возможности, поскольку стенки просто нахрен нету. Вот, у нас парящий профиль стоит через уголки. Опять же, люмферовский BP-02 Mini позволяет так монтировать, то, что у него есть и пустотелый бокс, за который можно закрепиться, и, соответственно, можно монтировать его в стену. Вообще, я считаю, наверное, один из таких самых удачных парящих на сегодняшний день профилей. Если вы хотите поставить себе парящий профиль, у вас должны быть не только ровные стены, о чем мы сегодня говорим, но даже ровная плитка. Здесь вся плитка просто, вот ты ведешь по ней рукой, луп, вот так делает. Луп. Вот, ну и как это... Ладно, всем пока.